На территории городского округа работают мониторинговые группы административных комиссий по соблюдению требований Роспотребнадзора в рамках мероприятий, проводимых в целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день такие мероприятия проходят у нас на территории Малого ГУМа, где сосредоточено немалое количество индивидуальных предпринимателей, торговых точек. Значит, комиссия проводится из состава работников администрации города Владивостока, представителей полиции с участием Роспотребнадзора. В рамках проводимой комиссии, проводимой проверки, проверяется выполнение мероприятий, необходимых для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Это наличие людей в масках обязательно. Это обязательно соблюдение людьми необходимой безопасной дистанции и наличие такой разметки в торговых помещениях, чтобы человек, заходя в торговое помещение, уже понимал, где, какую дистанцию он должен выдерживать для того, чтобы это расстояние было безопасным. Наличие дезинфицирующего раствора обязательно. Все помещения торговых точек должны с определенной периодичностью не реже, чем раз в 2 часа обрабатываться дезинфицирующим раствором. И индивидуальные предприниматели, продавцы должны делать соответствующие записи в журналах регистрации таких уборок, чтобы любое контролирующее лицо при посещении торгового павильона могло видеть эту работу именно наглядно, зафиксированную на бумаге. Вот в целом это вот тот необходимый перечень, наверное, мероприятий, которые на сегодня должны осуществлять предприниматели в торговых центрах. Если выявлены нарушения, то здесь в рамках административного законодательства, это статья 6.3 по части 2, есть органы полиции, органы Роспотребнадзора вправе выписывать протоколы, составлять протоколы о нарушениях и, соответственно, привлекать к административной ответственности.